Нерюнгринцы празднуют приход весны и устраивают народные гуляния в знак ее наступления. Что подготовили для жителей Южной Якутии организаторы, расскажут наши корреспонденты. Площадка празднования встречи весны развернулась под открытым южноякутским небом. Фольклорный праздник со своей яркой радостной атмосферой собрал немало гостей. Мы решили в начале марта устроить праздник, что-то вроде Дня здоровья, вроде Масленицы. Идея – собрать людей с семьями, весело отдохнуть, порадоваться природе, поиграть в старые русские игры. Русский народ смеется, пляшет и поет. Конечно, ведь провожают зиму и встречают долгожданную весну. Зима, прощай! Весна, здравствуй! Гостей праздника ждали игры и забавы русского народа, множество конкурсов и викторин, а под завершение зажжен огромный костер как символ прощания зимой. Несколько чудесных друзей организовали этот праздник для всех любителей активного отдыха, и которые всегда постоянно что-нибудь организовывают. Очень замечательно. Мы все сегодня в русских нарядах и празднуем приход весны. Нерюнгринцы радостно кружились в хороводах, фотографировались в красочных нарядах и завоевывали медали в спортивных состязаниях. После награждения приятными призами они с удовольствием кушали пирожки и пили душистый чай. А танцы в исполнении белых медведей зажгли всех. Если судить по горящим глазам гостей, то праздник удался. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.